каждым годом становится прочнее индустриальная база в хозяйствах Уральского нечерноземья. В этом кормоцехе работают всего 3 человека. Из бункеров на основной транспортер подается силос, корм искусственной сушки, концентраты, корнеплоды. Все это перемешивается на транспортере и поступает в кормушки уже в виде хорошо сбалансированной кормосмеси. Такой цех действует в опытно-производственном хозяйстве «Исток» Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Доярки освобождены от таких трудоемких операций, как подноска корма и кормление. Каждый обслуживает теперь вместо 50 коров, как это было раньше, 100. Один такой цех способен прокормить 2000 голов дойного стада.